Так, достала свои фотофоны, которые покупала. Я вам, кстати, их показывала. Честно говоря, лучше переплатить деньги за качество, чем покупать дешевое. Я уже вам показывала, фотографии не получаются качественными, потому что здесь видны вот эти вот полосы. Когда мне их присылали фотографии, они были сфотканы довольно далеко, и этого было не видно. Я еще спросила, нету там никаких полос, выпуклости там. Мне сказали, нет, нет, нету, вот он пришел новенький, как бы это ни бэушное. Но, тем не менее, у меня фотографии не получились, потому что вот эти вот полосы, вот они на фотографии видны. То есть, получается, не настоящая структура дерева, получается какая-то фигня. Ну и здесь тоже, конечно, они вот они все видны, если приглядеться. Здесь вообще хочется прям гладкую, но вот она. Чуть-чуть свет, и они видны. Не знаю, продавать это все заново или нет. Я их покупала со скидкой. Если там берешь 3 штуки, то получается скидка, по-моему, по 120 или 130 рублей. Честно. Лучше заплатить 500 рублей, это я уже поняла потом, за качество. У вас будет хотя бы одна, но хорошая, качественная. Вот, тогда у меня не было кухонного гарнитура и такой прекрасной структуры. Структуры дерева, и поэтому я купила. Сейчас, в принципе, они мне не нужны. Не знаю даже, куда их девать. Оставлять или проще продать. Вот, а сейчас я думаю, здесь я у себя опять все переменила. Вот, смотрите, видно теперь так вот. А, ну вот, в принципе, да, заехали. Короче, я все коробочки поснимала у них, в этих туалетных водичках, поставила вот так вот. И хочу сзади небольшой поставить какой-то фон, либо под дерево, либо белый, не знаю какой. И за этим фоном спрятать вот эти вот, вот это все безобразие, чтобы оно было не видно. Хотя бы, может быть, с этой стороны, или вот, чтобы всего этого было не видно, потому что мне не нравится. Они торчат так отсюда, вроде хотела аккуратненько, но нет, не получается. Либо, я не знаю, все это перекладывать в косметичку, в какую-то огромную, большую. Или, может быть, даже коробочку такую. Не знаю, коробочка, я боюсь, что там что-нибудь протекет. И потом будут пятна какие-нибудь. Не знаю, не хочу. Вот, не знаю, пока думаю, что с этим делать, как сделать красиво. Вот, вот я не думаю, может быть, фотофон тот вырезать, отрезать что-нибудь и туда поставить, не знаю, пока. Или просто белый лифт, лист, обыкновенный лифт. Вот. И мне просто самой даже будет попроще. То есть взял туалетную водичку, побрызгался, положил. Не надо вытаскивать из коробки. Вот. И гораздо красивее. Кстати, еще стекло у меня пыльное. Его надо помою я. Вот, лепестки розы, кстати, очень красиво смотрятся. Вот. Ну, а здесь у меня пока безобразие. Палитрка вот там моя. Так в том углу чуть-чуть. Вот, ну не знаю, тут большая коробка, может быть, проще в коробку сложить, но опять же, эту коробку нужно куда-то поставить. Конечно, мне было бы гораздо, наверное, удобнее с коробки брать. То есть взял всю коробку, поставил на стол и из нее косметику взял. Может быть, мне было бы так даже удобнее. Не знаю, либо поставить стеночку и эту коробку просто туда спрятать, но она будет видна с этой стороны. Ой, короче, не знаю. Как сделать так, чтобы было и красиво, и аккуратно, и удобно. Чтобы не было натискано много-много. Вот там у меня прям каждый всякие ароматы красивые. Кстати, очень красиво отсюда смотрится. И мой любимый Дольче & Габбана, вот этот вот, троечка, вообще его прям обожаю. Очень-очень-очень нравится. Вот, вот этот вот, кстати, Шанель. Пятерка, он более такой какой-то жесткий, как дым сигарет каких-то таких. Но я его купила чисто для коллекции. У меня свекровь такие любит. Я купила, чтобы коллекция была просто чисто. Вот. Сладенькие. Люблю сладкие больше. Вот этот сладкий. Я сейчас нюхала его. Вот. А вот этот у меня Арифлейм, по-моему, что ли. Или Эйвен, или Арифлейм, не помню. Вчера или сегодня как-то называется. Он очень-очень обалденно пахнет. Но мне он не подошел. Вот, мне очень плохо с него было, очень сильно тошнило. Я как раз на улицу пошла, побрызгалась. Лучше, конечно, дома брызгаться. Вот, поэтому обычно я им дома это брызгаю мужа.
Вот он начинает ароматно пахнуть, такой вообще прям супер. Вот, вот у меня вот ваниль, мне подружка подарила. И здесь тоже уже что-то такое. Как раз я их поставила вот здесь, вот такой вот, с бантиком сделанный. И вон там в конце яблочко. Мода все вот на него было. Они тоже, по-моему, сладкие. Вот. И там вот еще два стоят маленькие там мишки. Это я в Фикспрайсе покупала. Вот их я, не знаю, тоже потом куда-нибудь дену. Ну, в коридоре, скорее всего, поставлю, чтобы вышел, подуханился, когда торопишься, и все. Вот. А Дольче & Габбана уже экономишь, они такие бесподобные. Вот. Когда ходили с папой, надо было это заодно заказать, заодно взять, купить. А то когда я там вообще теперь соберусь. И причем, кстати, они в Самаре у нас продаются не в каждом магазине. Я ходила, искала. Когда вот этот аромат приобрела, я его приобрела в Сочи. И уже начала искать в Самаре, нигде нету. В Золотом Яблоке нету, в Литуале не было его. То ли он там закончился, то ли еще что-то. И, короче, в итоге не нашла. Думаю, ладно, фиг с ним. Вроде есть пока. Брызгаюсь только на праздники. Готовлю я ужин. У нас будут баклажанчики на ужин. Сейчас я их замочу в водичке подсоленной. Сейчас мы с вами посолим. Ну, почти без горки. Еще даже чуть-чуть, может быть, добавлю. Это нужно для того, чтобы в соленой воде как раз-таки уходит этот неприятный привкус, который есть у баклажанов. Из-за которого, кстати, многие их не любят. Мы эту растворяем эту соль. Сейчас мы ее попробуем еще. Соленая получилась или нет? А тут чашка большая. Ой, почти не соленая. Можно, значит, 2 чайные ложки даже добавить. Их мы будем запекать. И также я приготовила картошку. Ее я буду варить немножечко попозже. Перед самым прям тем я ее поставлю за час. Перед самой едой, чтобы она была свеженькая. Не засохшая, не холодная. Тепленькая. Вот. И уже я нарезала маленькие баклажанчики. Мы их сюда кладем. Вниз вот этой штучкой. Еще утонет, я надеюсь, туда. Ну вот они, в принципе, поместились. Так, ну вот они у меня постояли у меня даже пару часиков где-то. Вот теперь мы их будем так выкладывать. Можно, кстати, если у вас сильно соленые, можно их даже обмыть, но я просто не буду их солить, не думаю, что они будут у меня пересоленые. Жуй. Вот так мы едим. Такая у нас картошечка получилась в мундире. Баклажанчики наши вкусные очень. Дима баклажанчик пытается засунуть. Да, Дима? Да, Дима кушает. У нас ужин. Да? Нифига ты там куски ешь. Ай! А, хорошо. Хорошо, у него там есть кармашек, и все падает в кармашек. Хотя бывает и на пол. Пожелайте нам приятного аппетита. Да, мы скажем спасибо. Вот уже у меня лежит. Кстати, сухофрукты себе замочила, сегодня поем. А то лежат, а их не ем, да? Такие они прямо, смотрите, красивые. Здесь вот перчик лежит у меня. Один я уже Диме дала, один на завтра ему. И потом картошечку я ее покрашу попозже. Себе я уже тоже чуть-чуть накрошила, съем. Сейчас Диму уложу спать. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите наши влоги. И всем пока-пока.